Привет, ребята! Добро пожаловать на наш канал. Мы вместе с новым видео. Вы можете получить выгоду, воспользовавшись функцией участники, которые считаются подписчиками нашего канала. Да, друзья, мы вступаем на новый путь. Ваша симпатия к недавно приобретенному предмету. Как и все, обзор серии «Доверенное» Халил Ибрагим Джейхан вступил на новый путь. О праздновании Нового года Халил ничего не поделился. Нормально не развивается. Потому что Халил Ибрагим Джейхан, как и персонаж Ямана, достоин в жизни и более консервативен, чем самый известный. Он небольшой поклонник рекламы. Он передал своих детей своим близким. Тем не менее, из-за съемок сериала он делает не намного больше, чем необходимо. Пусть Новый год наступит на силе с Халилом Ибрагимом. Каждый день против Халила Ибрагима Джейхана возникают новые обвинения. Предполагается, что Халил женится в 2022 году. Некоторые новостные каналы сообщают, что Халил Ибрагим и Сила Тюркоглу женятся на любимой паре в 2022 году по окончании сезона. За такое короткое время здесь сложно сделать игрушку. Откуда? Позвольте нашим детям и их возлюбленным еще больше оформить свою любовь вместе с нами. Сначала вам нужно купить этот бизнес. Во-вторых, чрезмерная опека Халила, Клауд. На одном из телеканалов он сказал в интервью: «Я чувствовал себя комфортно. С детства. Мои мать и отец не утомляли меня всем, и это всегда происходило со мной в темноте. Если у нас не будет поддержки Халила Ибрагима, если Халил Ибрагим захочет выйти замуж за Джейхана Тюркоглу, похоже, что это решение также сбудется. Однако, если мы посмотрим на семью, трудно предсказать, как Халил отреагирует на его женитьбу на Силе Тюркоглу, но они будут соответствовать своей матери и ее плану, своим культурным родственникам, и они будут желать своего брака. Вы знаете, что Халилу Ибрагиму Джейхану 39 лет, а Силе Тюркоглу 23 года. В карьере Халила Ибрагима план, у него есть идея работать в сериалах ежемесячного телевидения и более премиального канала вместо ежедневных телесериалов. Мы поженимся, потому что они сами это поймут. Но никого не удивит, что брак – это решение. Все уже согласны с тем, что наш партнер сильно приспосабливается. Я не хочу, чтобы ее мать Хюля Ханым вышла за нее замуж. Мы собрали некоторые для вас. Во-вторых, кандидатом может быть другая тайная подруга Хюли. Родители хотят ее зятья, да, жениться на ней. Н. Ваш предпочтительный вариант. Хюля. Сила Тюркоглу может не любить и не любить одну из своих черт в третьей. В-пятых, сын Сила Тюркоглу может рассмотреть вопрос о том, чтобы принять вас как Халил Бея. Хотя они хорошо выглядят, он будет с девушкой до конца. Но есть неписанный закон. Любовь не смотрит ни на возраст, ни на голову. Если вы оба действительно хотите пожениться, у вас нет сил возражать. Любовь действительно не знает преград. Надеюсь, что это произойдет. Мы сообщаем вам хорошие новости с новостями об этой красивой паре, которые мы приписываем в наших будущих новостях. Так как тело. Что может помешать вашему браку? Действительно ли разница в возрасте препятствует браку? Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и высказать свое мнение. На этом наши новости заканчиваются. Мы продолжаем наше видео специальными фотографиями Халила Ибрагима Джейхана, которые мы собрали для вас. Мне нравится смотреть.